В нашей стране с визитом находятся эксперты Совета по сельскохозяйственным исследованиям и экономике Итальянского национального научно-исследовательского учреждения с компетенцией в области сельского хозяйства, агропромышленности, рыболовства, лесоводства и экономики. В рамках встречи организован ряд мероприятий, в числе которых обучающий семинар для специалистов сферы, о том, на что он нацелен и какова роль инновационных групп в инклюзивном переходе к зеленой экономике, узнавала Кристина Зуева. Визит проходит в рамках проекта «Поддержка инклюзивного перехода к зеленой экономике в агропродовольственном секторе и разработки климатически оптимизированной системы сельскохозяйственных знаний и инноваций в Узбекистане», финансируемого Европейским Союзом. Проект об инновациях в агропродовольственном секторе. Он вобрал для себя обучение, наращивание потенциала и технические консультации для членов и партнеров операционных групп по инновациям. Мы рады делиться своим опытом и проделанной работой в этой сфере. Также мы представили примеры операционных групп, реализованных в Италии и занимающихся внедрением устойчивых к вредителям или к изменению климата сортов. Использованием органических удобрений рассказали об инновационных методах орошения для ирригационных систем, усовершенствованному управлению почвенными ресурсами. 2 года назад было установлено сотрудничество между Национальным центром знаний и инноваций в сельском хозяйстве с Национальным центром КРЕА. КРЕА – ведущая организация, оказывающая всестороннюю поддержку созданию и развитию операционных и инновационных групп в Италии. Которые подразумевают собой обмен знаниями, инновациями, технологиями. Встреча – это логическое продолжение сотрудничества между двумя организациями. Итальянские эксперты также окажут содействие в повышении знаний и потенциала местных институтов и учреждений в создании и функционировании инновационных групп для практической реализации проектов в регионах нашей страны. Инновационная группа – это такая группа, где объединяются специалисты разных направлений сельского хозяйства и производители. В настоящее время в Италии существует более 600 таких инновационных групп, которые непосредственно помогают, оказывают практическую помощь в развитии сельского хозяйства. Все участники семинара получили очень много презентаций, подходы инновационные для того, чтобы в дальнейшем организовать у нас в республике такие инновационные группы. Не только развить какую отдельную отрасль, а все направления сельского хозяйства. Они нацелены на то, чтобы продемонстрировать меры по смягчению последствий и адаптации к изменению климата и ускорить зеленый переход в агропродовольственном секторе. Мероприятие очень важно. Наша цель – способствовать инклюзивному переходу к зеленой экономике в агропродовольственном секторе Узбекистана и внедрению климатически оптимизированной системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве. Создание групп по поддержке инноваций и посредничеству в агропродовольственном секторе, которые будут играть решающую роль в мобилизации местных знаний и потенциала, расширении масштабов климатически оптимизированных инвестиций для удовлетворения текущих и будущих потребностей фермеров и агропромышленных мероприятий, а также для поддержки климатической устойчивости источников средств к существованию в сельских районах.